не ждали. А вот и мы. Вторая карта. Биг против Натик. Матч за выход в стадию плей-офф AEM Rio Major. Победивший сейчас коллектив окажется в топ-8 лучших команд планеты по версии текущего мейджора. И Фнатик к этому ближе, так как они выиграли первую карту. Но сейчас Мираж, можно сказать, одна из двух фишечных карт коллектива BIG. Плюс ко всему, начинать Фнатик будут здесь еще и в защите. С вами Кризен и я, Костя Ленин Айви. Готовят беги на сплит-атаку на Б. У Фнатик здесь три игрока, но что-то заставляет Биг замедлиться. Айдын, ты за кого? Я, честно говоря, я за Фнатик, потому что мне хочется, чтобы этот тег вернулся в плей-офф, и чтобы у Кримза появилась медалька. Еще одна очередная. Давненько их не было у него. Так что я буду очень рад за него. Я не знаю, почему-то я болею именно за Фнатик. Мне хочется, чтобы они побеждали. У них, да, как ты говорил, экспериментальный состав. Но он рабочий. И смотри, какая задумка. Две хаешки под Б. Все, у Кита 21 хп. Ну, как здесь выйти? Минус один. Так, Кримза. Окей, Кримза не подловили. Кримз еще одному повесил. Люто, люто, Фредди! Вот так, хорош! Только ты его хвалил, только ты его отмечал и выражал поддержку, как он взял и сделал квадрокилл. Некогда Фнатик, игроком этой команды Кримс тогда как раз являлся, весь мир научили играть карту Демираж. Очень она у них была сильная, выигрывали здесь мейджоры, многие другие турниры. Ну и с тех времен карта не поменялась, надо отметить. Она все та же. То есть Кримс присутствует здесь словно у себя дома. Сейчас мы увидим коэффициент от наших друзей с сайта GGBet. Вы не забывайте, что GGBet дает фрибет на сумму депозита и, конечно же, возможность застраховать свой ординар. Итак, 1.22 дает на Фнатик, 4.26 на Биг. Все это коэффициенты на Best of 3 серию. Так что они вполне объяснимы. Беги залетают на точку А, буквально по 2 дыма, под несколько флешек выходят в плюс. По ситуации для себя прекращает установку бомбы. У нас Тапсон, потому что у него 38 хп и Галил. То есть ему нужно было как-то отстреливаться. Фнатик, однако, в атаку идут с осторожностью. Им предстоит выбивать пакет. Да, у них есть киты, у них есть смок, допустим, на яму или на коннектор. И, возможно, у ребят получится. А там в спину уже идет Тапсон минус Син. Это уже 3 в 3. А Тапсон... Так, его чекают, какой же тайминг неудачный для него, он мог идти с Галилом. Но в итоге Кримба один против троих, и Кримба любит брать клатчи, он умеет их брать. А еще бы один патрон, вероятно всего, Кримба спрятался бы. Но это раунд для Фнатик, это было сложно, если честно. Но это был форс от бегов, с другой стороны они поставили бомбу. Так что, возможно, закупятся еще раз. А вот Тапсон, который заходил в спину, мне показалось, потопал. И поэтому развернулся на него игрок Фнатик. Мне кажется, просто по таймингу развернулся. А мне показалось, Тапсон потопал. Возможно, сегодня, после окончания игрового дня, я запущу стрим, мы скачаем демку и посмотрим, будет ли это или нет. В любом случае, 2-0, еще один бай. Сирсон на скауте. Два калаша, два галила у BIG. Играют они через центр. Фнатик, кстати, сколько я миражей от них не смотрел, за центр как-то не особо в защите борются. У них это такая точка, которую они, в принципе, отдают и больше принимают по крайним позициям своих противников. Залетает дым. Внутренний кон. Кримс на бусте. Ну, не совсем на бусте. То есть он не стоит за этим ящиком, а больше искал свой фраг, чтобы потом отойти. Занимается ладдер. Подсадка делается во второй раз. Кримс чуть ли не в полете, но Кита все-таки закрывает. Дальше видит ствол своего противника с левой стороны. Фокусит Сирсона. Видит Тапсона. Тапсона забирает Рой. В этот момент выскакивают ковры Б. Надо что-то делать с бомбой, потому что бомба лежит очень неудобно. И прекрасно беги понимают, кто-то эту бомбу будет фокусить. Как хорошо, что остается последний смоук, который набрасывается. Хаешка. Она сносит Кримба 42% здоровья, но все-таки план по спасению бомбы реализован. Что же дальше? Дальше выбивание через Бдом и Зигу. Рой здесь особо не торопится. Хорошие позиции у атакующих. Кримба сидит на форесте. Будет помогать Сину. Кримба, Син. Есть работа. Последний Рой. 1 в 2.
По-моему, он сейчас... Нет, ушел. Ушел сейчас в зигу глубоко. Син. Еще я по голове дал. Но это форс? Это просто форс. Для команды BIG. О, кстати, не замечал, что с подушкой играет Кримба. Интересно. Да, всегда у него такое вот... Я не знаю, что было в его предыдущей команде в Академке там, но сейчас, после перехода в Биг, да, постоянно играет, но так поудобнее посадка. И пусть у Биг номинальный и был форс, но вообще отыгрывали не на Галилах, у кого-то был калаш, в целом бай получился неплохой. Экономику противника они разрушили, ну и сейчас могут выходить вперед по счету, даже, наверное, должны. У них, как всегда, хорошая атака. Пойдут на мизи, кстати говоря, делают это довольно резко. Раскинули два дыма на центр. Дальше целая куча флешек, несмотря на это, мизи влепил хэд по первому. Пытается найти хороший тайминг. Его отпикивает Сирсон, не успевает мизи развернуться, так что вносит лишь 46 единиц урона. По-хорошему, можно сейвить. Ага, Тапсон говорит, удачи вам. Пройти меня в позиции супер строго, супер уверенно. Вот и второй. И, видимо, третий для Berlin International Gaming. Там Innocence раскатывают, кстати, Vitality по 1-5. Как тебе такой поворот? Энтс выигрывают? Да, да. Блин, будет обидно за Vitality, если они вылетят. Честно? Вообще нет. Почему? После первой стадии стало ясно, что они плохо готовы к этому турниру. И что... плей-офф стадия не слишком многое потеряет, если они там не окажутся. Мне бы, честно, за Фнатик там интереснее было. Ну, ладно, может, там не за Фнатик. За какими-нибудь Спирит точно интереснее было бы смотреть, чем за Виталити в плей-офф стадии. По ощущениям. Ну, возможно. Возможно. Но мажор суровый. Так что здесь не все выживают. И посмотрим, кто у нас сейчас пройдет. Так, первая пауза, несмотря на то, что Биги выиграли раунд. Интересно, что же сейчас будет Гобби колить? Ну что-то колет. Что-то объясняет своей команде. Может быть, просто настраивает. Хотя был перерыв, было время. Гобби, скорее всего, успел высказать все, что хотел. У нас экономический от Фнатиков. Как мы видим, им будет трудно. И, по-моему, ты не замечал, где сейчас играет Кримс? На какой позиции за КТ? Потому что он всю жизнь играл коннектор. Прям всю жизнь. Он, по-моему, он... Да, он на Б. Он шорт или опора Б? По-моему, ну ладно, опора Б мизи, он, по-моему, в шорте играет. Вот. Увидим на оружейных раундах. Но Кримс шорт. Тоже, наверное, нормальная для него точка. Подвижная. Ну, он себя там нормально чувствует. Думаю, куда Кримза не посади на мираже, он себя будет хорошо ощущать. Комфортно. Раскидывается апленд. Не жалеют свой молотов. Беги, чтобы дать его на сэндвич. Очень кстати, для них там оказывается противник. Так что, пока Фашра... забирают. Пытался мизи хоть кого-то здесь увидеть. Прострелы через дымы. Фраг от Сина. Привет, мизи. Минус от Кримба. Кримс приходит на джангл. Но в целом это 2 в 4. Сканирует, конечно, здесь уголки. Не боится стреляться. Тиммейт его немного поджал. Кримс с Фамосом уходят на коннектор. Надежда сделать килл здесь. Кримба дышит в затылок. Крим свой фраг находит, запрыгивает обратно на окно. Здесь у нас Рой. Уже 2 в 2. Конечно, выбить такое все равно Unreal. И Тапсон на коннекторе. Кримс туда даже посмотрел. И, конечно, китов нет. Тапсон потопал. Кримс на него открылся. Чуть-чуть не хватило урона. Чуть-чуть не хватило урона. У Тапсон 2 хп осталось. Ух, НТ, Фнатик. Ух, они сейчас хотя бы напрягли экономику бегов. Просто максимум извлекли из своего эпизода. Честно, это прям... показательно. Даже судья немного в шоке. Да, но это было жестко. Я не знаю, почему BIG сейчас потеряли настолько много девайсов. Может быть, не стоило стреляться лишний раз.
просто уйти в яму куда-нибудь и все. Но у бегов будут проблемы в следующих раундах, если они будут проигрывать. А кто-то, по-моему, Рой зафармил очень много денег с Маком. Никудос играет сразу с КТ. Да, как ты и говорил, Фнатики не особо отталкиваются от мидла, просто играет пассивно по точкам. Рой пытался в соло что-то придумать, у него это получилось. Может быть, не стоило этого делать, потому что разменов никаких нету. Просто перестрелка один на один. Не сразу заходит коннектор. Беги, Син проносится. Фашер на дефолте не успевает добивать. Окей, есть фраг. Фашер прячется. Видит еще одного. Крима здесь сильнее. 3 в 3. И у бегов гранат много. Можно отрезать и джангл, можно отрезать и коннектор. Ослепили сейчас КТ спаун. А бомба почему-то не идет устанавливаться. Беги особо не торопится. Кримба откидывает флеш. Так, и он будет ставить бомбу. Наверное, да, смог обновляется, бомба будет под коннектор. Есть врыв от Кримза. И Кримс красный, он убивает одного. Сирсон ждет. Парный выпад, Сирсон реагирует. Китов нету. Вау. Сирсон, еще один фраг. Вау, Сирсон! Это раунд его имени. И сейчас с АВП он раздал. А помните, на оверпассе я говорил, что Сирсон на Мираже покажет, что такое снайперский уровень. И он сейчас его нам показывает. И Фнатик точно знали, где авик вражеский стоит. И что против него нужно делать. И парно выпадали, и пытались дойти до этой бомбы. Ну а нет, Сирсон. Двух нормально, третьего по приколу прострелом через ящики, через фаербокс. Вот и первая пауза для Фнатик. Они уже теряют нить этого миража, этой атаки. Но наши зрители в чатике Твича правы, когда вспоминают переезд Биг против Маус. Мираж — это вторая сильнейшая карта Биг в данный момент. А вот Фнатик на ней уже долгое время уровень не демонстрирует. За последние 3 месяца они сыграли эту карту 9 раз. Героикам проиграли вообще 2-16. На этом турнире серьезных противников выигрывали, ну, только OG, если их можно серьезными назвать. На NZ 16-11. Сможем ли мы рассматривать победу над на NZ как какое-то достижение для Fnatic? Думаю, не прям. Вот. Не прям. Но на NZ показали не самую плохую игру. Хотя бы вышли сюда. Это уже плохо. Ловит Сирсон Рой на коннекторе. Что также примечательно, Fnatic в сентябре проиграли Mirage на Steel Series Nova Cup команде SK или SC из Эстонии. Давненько мы эстонских команд не видели, но вот даже таким коллективом Fnatic, увы, проигрывают. Но не будет ничего плохого посмотреть здесь третью карту. Я уже начинаю немного психологически готовить наших зрителей к этому, потому что там нюк, и вот нюк, Fnatic чувствуют на уровне интуиции. Кримс разносит Кримба пока на коврах Б. Может быть, Мизи сделает килл по Тапсу. Ну да, видит его, настреливает. Но попадает дважды, однако все равно рискованно для Мизи. Эх, получил молотов. В молотове подгорел. Тапсон понимает, что его сейчас будет отпикивать. Накидывается флешка. Мизи не реагирует на нее. Делает фраг по Тапсону. Дальше проходит Кримза. Начинает сильно стреливать по шорту. Но Никодос-то прячется на бенче. И вот проверить его здесь будет просто Unreal. У Сирсона был шанс. Син подрезает. Ответка от Мизи. 4-3. Укрепление на Б сработало. Диглы сработали. И обратите внимание, это раунд после тайм-аута, где очень активно именно тренер Фнатик Кейта что-то рассказывал. Неужели? Кризон, часто ли Дастан придумывал победные раунды, когда ты был его подопечным? Я не могу вспомнить, потому что, во-первых, это было сколько? Года 4 назад, наверное. Во-вторых, мы тогда не так часто пользовались паузами, в силу того, что не было особого опыта. Но сейчас, как мы видели в матче против Маузов, Дастан очень много колил. Так что, скорее всего, он что-то предпринимает. Ну а так Дастан просто очень много помогал в онлайне, когда мы квалифицировались куда-нибудь. Он очень много колил, и он умеет мыслить в моменте.
так вот. А у нас так, это экономический от одного калаша. Точнее, полубай. От одного АК. Нету смоков. Или. Что это за значок у Кримба? Он дропнул смок, типа. Да, выбросил. Выбросил, он валяется на земле. А теперь его кто-то подобрал. Начинается выход теперь на точку выход. А. И здесь Кримс. Плевать ему на флешку, нормальный чел. Вообще, ну нормальный дед. Сидит, получает гранату, зажимает, делает минус 2. Все спокойно. Открывается Фашер. Делает фраг по яме. Син 1. Ну, это... Это, конечно, фраг респекта, но не более того. 4-4. Рой в своем интервью говорил, что Мираж у них далеко не всегда идет хорошо, особенно за сторону атаки. Если они получают стартовые потери, то сделать что-то почти невозможно. В целом, это и карты касается. То есть карты сейчас неудобные очень для атаки. Ну и в целом недостаточная подготовка Fnatic на Мираже тоже имеет место. Небольшая техническая пауза, насколько мы можем судить по звуку. Кри. Король королей. Старичок не меняется. Не меняется, это правда. Мне кажется, если посмотреть на его фотки 2014 года, то он примерно такой же. Абсолютно ничего не меняется в нем. Это ведь хорошо. Мы вот смотрим на него, он не меняется, и мы тоже тешим себя мыслью, что не меняемся. Типа, да, мы все еще молодые, вот он, Крим. Как в 13 году, все еще здесь, на месте. 4-4, пауза подходит к концу. Новый раунд. Не забывайте заходить на сайт CoverGG, сайт с исчерпывающей статистикой. И если бы вы туда зашли, то знали бы, насколько хорош Сирсон на карте The Mirage. Баннер в описании. Матч, сайт с быстрыми данными по матчам. Можете узнавать счет раньше официальной трансляции в режиме без спойлеров. Фашер поплатился. Да. Поплатился за этот пуш. Есть опен для немцев. Мэдди стоит под B1. И так, Акита как-то получил дэмэдж. Наверное, хаешка или прострел залетел. Кримба под коннектором. И у бегов постоянно получается занимать центр. Наверное, из-за этого отчасти Фнатикам тяжеловато. Мэзи потерял 40 хп. Син. Син стянул сразу двоих под Б. И будет выход под А. Вот BIG. Кримс подловил Сирсона. Но у Кримба позиция очень жесткая. Так, а здесь хаешка. А хаешка... Что? Это вам Тапсон с ВП. Вот вам Тапсон с ВП просто. Здесь флешка. Вот тебе Тапсон с АВП. Раз, два. Это капитан. Капитан АВП. Вопросов больше нет. Да, все. Рты закрыты. Это Тапсон. Просто смотрите и восхищайтесь мной. Когда у нас была онлайн-эра, и беги играли ESL про лигу из домов, я, конечно, удивился тому, насколько огромный портрет самого себя висит у Тапсона дома. Честно, мне бы... Самолюбия не хватило такое повесить, но у Тапсона действительно просто в пол роста. Огромный портрет себя улыбающегося. Это очень миленько. 5-4. Берут беги этот раунд. И, скорее всего, Fnatic реально нужно что-то делать с центром. Но по опыту просмотра их предыдущих миражей я понимаю, что таких раундов у них... немного. То есть там есть определенные стаки, когда Никодос идет отпушивать вперед, ему прикрывают андер, ну то есть что-то такое из стандартной темы. И иногда это даже работает, однако в целом в этом матче мы таких инициатив пока не видим. Да, но Fnatic борются. Они что-то нам показывают, у них что-то да получается. Но в целом беги выглядит сейчас чуть получше. Есть экономика у команды Fnatic. Правда, Фашеру, кажется, не хватило на полноценный девайс. Будет он играть с диглом. Но пода с диглом как-то не очень комфортно. Наверное, будет играть пассивно, как-нибудь прыгать на КТ просто и все. А вот и агрессия на центре. Вот Fnatic в андеграунде находится, по-моему, Рой. На Зиге Кримс хочет поддержать своего тиммейта. Также есть Никудос, а здесь выход под А. Очень резкий. Син уже за искрой. Никудос всех пропустил. Никудос, какой
шот. Просто какая переводка. Включил второй зум. Во втором зуме легче фликать. Никодос, видимо, этим и пользовался. Дальше подрезает Кримба. И неточный дым с отверстия может слишком дорого стоить команде Биг. Правда, Рой пошел отпушивать. По Никодозу инфа есть. В своем зуме он никого не замечает. Как так? Столько силуэтов было. Прям в его прицеле. Пытается искать еще какие-то контакты. Начинает зажимать по яме Фашер. Сирсон с бомбой туда уходит. Фашер не стесняется отпикивать. Запрыгивает на тикет и минусует Кита. Сирсон 1-2. Он тащил и более сложные клатчи в своей карьере. Ему перед лицом выкатывают дым. Сирсон пытается своих противников обойти. Что бы ни случилось, Фнатик решили отыгрывать вместе по одной плоскости. Но сейчас разделились, и Фашеру можно спокойно щелкнуть. Однако Мизи перекрывает Сирсона с левого фланга. Счет 5-5. И благодаря Никодозу и, конечно же, Мизи этот раунд тоже был выигран. Да, с большим трудом набираются эти раунды в защите. Но все-таки пока работают. Посмотрите на это. О боже. То есть он сначала включил второй зум, а потом понял, что на него противник вышел. Но перевелся строго. Очень строго. Да, это было жестко. Я думал, будет еще даблкил после этого. Потому что вроде бы снайперы вот такие вот мелочи замечают. Когда он сразу двоих просматривал в дефолте. Никудос потерялся просто Кита. Следом за ним хочет побежать Тапсон. Тапсона... Так, есть Кримс, который помогает снайперу своему. Фашер видит яму, видит бомбу, насколько я понимаю. Рой помогает, и это должен быть легкий раунд для команды Fnatic. Сирсон со скаутом. Ну, здесь, да, здесь тяжело уже выбраться. Это будет экономический от команды Big. Наконец-то экономика у них сломалась, и можно Fnatic'ом отрываться. Выходить на какой-нибудь 7-5 на первую половину вполне спокойно. Что неспокойно, так это матч Vitality против Энс. Там 7-5, очень близко команды друг к другу, конечно, катают. Vitality надо какими-то правдами и неправдами доковылять до Даста второго, который будет третьей картой решающей. Очень нужно им доковылять. Потому что, ну, на Дасте мы понимаем, там себя ребята, наверное, спокойно должны ощущать. Пока Никодоза байтит на выстрел. Он промахивается лишь однажды. Дальше добивает яму, унося Тапсона. Следом падает Си. Ну, в общем, как для их раунда все спокойно. Интересно, почему Vitality решили не пикать вообще Даст против Инсов? Брать Вертига? Как-то нетипично, да, для Vitality? Раньше, там, год назад, в любой непонятной ситуации пикается Даст, и на этом все. Тут эксперименты. Ну, в целом... Вертига у них тоже было не самое плохое, и, наверное, они понимали просто, что у Энц сейчас Вертига, да, нормально, но до этого Энц проигрывали Фурии, Аутсайдерс, Eternal Fire, и было вообще мало побед. Может быть, от этого отталкивались. Смотри, это еще один эко? Что? Беги 3 эко играли сейчас, они пушат Б, здесь Кримс. Хорошо справляется с Сином, зонится смоком, его обходят, флешка залетает. Найдут ли Сирсона, он просто въезжает. Кичен и заберет сейчас второго. Нет, Фашер успевает развернуться. Ох, как это было важно. Дальше выхватывается Юсп. С Юспом не справляется Фашер. Тапсон его закрывает. Непонятно, известно ли про Роя в спине. Теперь уже точно да, он накидывает оттуда гранаты, залетает хаешка. 2 в 2. 2 в 2, Рой все еще живет на коврах. Где же игрок команды Fnatic? Это Никодос. Он отыгрывает на шорте. Беги замедлились. Никто не ожидал такого темпа и натиска. Бомба просто уходит на точку А, пока Тапсон отвлекает внимание на себя. Пытается не подставиться под первого, под второго. Никодозова все-таки щелкает, и теперь вся надежда на Кита. Однако, во-первых, его увидели. Во-вторых, он играет с Диглом. Ему нужны строгие хедшоты. Сможет ли он их дать, это большой вопрос. Если даст, то с большим трудом. Сам Кита прячется на сэндвиче. Никодос просто пытается не выпустить его из вида, дожидаясь Роя. Именно Роидж будет играть здесь роль первой и главной скрипки этого и симфонии ретейка. Кита сидит на сэндвиче. Никодос пытается его найти. По-моему, посматривает в сторону, которую занял Кита. Накидывается дым. Есть киты. Можно дефать бомбу. Кита движется. Бомба обезврежена. Кита уничтожен. 8-5 становится счет. По 6, по 7 тысяч на счетах у команды BIG. Но в целом... Можем ли мы сказать, что этот раунд плюс-минус удачен? Тут просто странно, что в целом Бигиты 3 раунда с пистолетами играли. Помнишь, на Overpass у них то же самое было? По-моему, 2 раунда с пистолетами играли. То есть первый раз форсились до конца. Бай был не самый лучший.
Потом, да, эко, и сейчас опять полубай. Но зато деньги будут до конца этой половины. То есть два последних раунда будут оружейные. У команды BIG здесь Никудос пушит. Никудос, есть фраг. Хотел дальше пушить, но все-таки дисциплина есть у данного снайпера. Пикает андеграунд. А, его видит. А его Тапсон просто вот так вот перехватил. 4 в 4. И тут Сирсон выступает, хочет найти какие-то фраги, а там никого нету. Кримс с АВП на коврах. Такое можно увидеть раз в жизни, наверное. Получается, не зря мы жили все эти годы. Вот он Кримс, вот он с АВП. Для меня действия Никодоза очень странные в этом раунде, потому что он нашел плюс, и было бы идеально для него, конечно же, убегать, но начал вычекивать андер, не имея поддержки от тиммейтов. Давай, Кримс, сделай это! Лучший! Заработай! Забирает он Кримза, поджим сработал, беги, однако, не опасаются наличие АВП у Кримза, и идут в сторону Аплента. 40 секунд у них, Кримс все еще здесь же. Но, конечно, на Пайлос уже больше никто не пойдет. Из команды Биг. Интересно также, как Фашер справится со своей задачей. Вот он выход. Фашера, конечно, не ловят. Кримс получает молотов, тут же тушит его. Вряд ли станет пушить куда-то в этот дым. То есть, скорее, сам факт его наличия напрягает бегов. Они понимают, что ковры где-то здесь. Рой, фраг, Рой второй. Зачем-то решили пушить в дым Биг. Ну и как-то откровенно потеряли ниточку к первой половине. 8-7 секунд, надо Кримбу уходить и сейвиться. Ковры он игнорирует. 4-3. Не игнорирует. Запрыгнул. И что, не добил Кримза? 1-0. По очень тонкому льду ходил. У него наскакивает Мизи. Забирает его после времени таймера. Сколько там денег? Ну, должно хватить, как ты сказал, да? До конца первой половины денег. Ну, если учитывать, что сейчас Кримба не получил денег за этот раунд, я думаю, ему может не хватить. Его же после времени убили. По-моему, после времени. Да, ну Крим здесь жестко отыграл. Все про него знали, но он просто мешал. А, там Глок. Кримба, может быть, что-нибудь купит. Дигл взял себе. Дигл, перамор, неплохо. Кримс опять с авиком на коврах. Я не знаю, Кита услышал его или нет. Но Кита ждет. В фул фокусе. Мне кажется, теперь Кита должен перестреливать. Стоячка Кримза. Так. Кита стрельнул? Да, Кита стрельнул. Подготовил просто Кримза. Сказал, вот я тут, я сейчас выйду. И Кримз справляется. И он идет в упор с авиком. Под яму? Нет, возвращается на ковры. Выход через яму. Фашер. Есть первый фраг. Можно еще забирать, еще. Ну все, это был максимум. Это был максимум от Фашера. Теперь Кримз на коврах заточен на убийство. Тапсон вместе с Сирсоном. Есть мог, по идее, у Сирсона куда-нибудь его положить. Бомбу нужно забирать. Кримс! Вот еще один фраг. Тапсон каленый. Им будет сложно. Ну давай, старина! По-отцовски! Выигрывай 1 в 3. Там Кримс продолжает просто на нервах играть. Ну давай, давай, Тапсон, на меня развернись. Давай, посмотри на меня, я же Кримс. Почему ты меня игнорируешь? 20-9 отыгрывает у нас Фредди Йоханссон за первую половину. И это было красиво, как и в целом игра от Fnatic. Казалось бы, ничего экстраординарного, счет 10-5, но в целом это задел неплохой для того, чтобы заканчивать катку со счетом 2-0 и проходить в следующий этап. В плей-офф, то есть в топ-8 AEM Rio Major. Мы же напоминаем вам, что продолжается агрессия, развязанная Российской Федерацией против Украины. Фантастической страны, по которой я лично очень скучаю. Не могу туда вернуться, в частности, конечно, из-за действий Российской Федерации. Мы, студия Майнкаст, совместно с сервисом Донателло собираем средства на помощь пострадавшим мирным жителям и, конечно же, вооруженным силам Украины, нашим защитникам и героям. Переходите по баннеру в описании и отправляйте помощь, которую можете себе позволить.
А мы, благодаря вам, собрали уже более 2 миллионов гривен. Надеемся, что соберем еще и еще. И так, пока Украина не победит. Если вы не можете отправлять финансовую помощь, пожалуйста, пытайтесь вразумить ваше окружение, кто поддерживает это безумие. Доносите до них, что подобная война имеет абсолютно безумный окрас. Спасибо всем за адекватность. Услышимся через 2 минуты. Future Pros, I wanted to show you an alternate way to take some mid control on Mirage. To get the most out of this, you'll need 4 Future Pros, 2 smokes, 2 flashes, a molly, and a HE. Future Pro number 1, you'll be throwing the top mid smoke. To throw the smoke, stand beside the stairs, aim at the wire above the corner of the building, then just throw the smoke. Future Pro number 2, you will throw the smoke that lands on the mid-ramp. Stand at the opposite end of the stairs as Future Pro 1. Place the tip of your smoke over this dark smudge. Then just throw the smoke. A note for this, you will need the classic view model to line this one up. Future Pro number 3. You'll be throwing a couple of supporting flashes. To throw your first, run towards this wooden beam. While against the beam, aim just to the right of the bottom of this line. Running jump throw the flash to blind anyone who could have a good spawn. Then toss your second flash into the ramp smoke. Future Pro number 4, you will actually get to utilize this nifty ramp smoke, but first bank a molly off this wall which will land behind the ramp smoke. Also toss a HE into mid if you want. Now you get to sit behind the smoke and look for some fights. Listen out for some burn damage as a CT will think their best option might be to play behind the smoke. From the CT perspective, you can see it'll be very difficult to spot a T over the smoke. So good luck! I think the most important area on Mirage is middle and underground. I think you always have the fights there. I think it's always really important to have this area for both sides, and yeah, that's why it's so important. Сказал он Аскита перед началом второй половины, что на Мираже центр и андер очень важны. Если вы доминируете над этой позицией, то все у вас прекрасно. Посмотрим, поможет ли это команде Биг во второй половине. Они все-таки будут за защиту, но мы видели, что Фнатики без андера были очень хороши. Айдын, чего ты ждешь от второй половины карты на Мираж? Я жду, что Биги камбэкнутся в эту игру, потому что Фнатики забрали очень много для себя раундов на пике соперников. И Биги будут теперь играть за сильную сторону. Ну, посмотрим. Много камбэков давалось на Мираже за КТ. Может быть, и немцы смогут это сделать. Смог в Зигу залетает. Такое редко вижу на пистолетке. Тапсон минус Мэдди. Тапсон очень уверенно стоит здесь. Синычо хочет добить Роя. Как-то сложновато приходится команде Fnatic, хотя они сражаются. 3 в 3. А бомба выпала. Да, там смоук еще закрывает. Это проблема. Кримс увидел позицию одного противника, знает про ладдер. Пытается все-таки... Но он понимает, надо сейчас выходить в большинство. Надо где-то найти 3 в 2. Понимает про шорт. Теперь все больше и больше инфы. Есть у Fnatic. Сирсон стреляется. Здесь же Кримба. Ответ от Фашера. 2 в 2. Никодос и Фашер против Кримба. И Кита, ну как же стреляет. Молодой игрок немецкой команды. У Никодоза есть 48 секунд, а, наверное, время. Пока что это его единственный друг в этой ситуации. Но время тает. Единственный друг умирает. А Никодос свой контакт найти так и не в состоянии. Никто под него не лезет. Кита вообще встал на точке. Ну, то есть, решил в нечитаемую позицию здесь встать. Это, на самом деле, хорошее решение. То есть один в один проигрывается такое редко. Никодос подбирает бомбу, может просто на Б ливнуть. Да, он делает это. Он просто убегает на Б. Догонит ли его? Да неважно. У Никодоса 69 хп осталось. По-моему, Кита успевает, да? Успел. Бомбу не поставить. Бомбу не поставить. Стреляют со всех сторон сейчас по Никодозу. Никодос, может быть, успеет?
3 секунды, 2 секунды. 11 раунд! Вау! Я извиняюсь, что кричу, но это просто лють, это просто лють. Жесть, грязь, рвань, дичь. 1 секунда оставалась до времени таймера. Все, что нужно было, это жить. Никодос. Господи Иисусе. Хо-хо-хо-хо. Нет, на этом мажоре мы, конечно, разные моменты видели. Но такого мы еще не видели. Улыбку. Да, посмотрите на улыбку Губи. Он даже не расстроен. Он понимает, что такой момент бывает один, там, не знаю, на 1000 матчей. Ха-ха. Произошло колдунство. Древнее колдунство. И что же думает наш друг Сайд Джиджибет по этому поводу? Что там по коэффициентам? 6-18 дают на Биг. 1-12 дают на Фнатик. И, конечно же, страховку вашего ординара тоже Сайд Джиджибет дает. Переходите по баннеру в описании. Здесь 2 в 2. Но, наверное, после предыдущего раунда кармически Беги сейчас должны Эко выиграть. Почему бы и нет? Просто давайте выиграем Эко. С юспами. Почему нет? Никогда же выиграл такой незаконный раунд. Что, нам нельзя? Ну, есть 2 калаша. Есть молотов, есть смог. И Сирсон, если даст фраг, то здесь вполне возможно... Нет, не дает фраг. Кита последний. Кита опять в клатче. Ну, я думаю, Кита плоховато себя чувствует после прошлого раунда. Это именно он был последним. 2 от 1, 22 хп оставляет Фашеру. Но Эко очень удачное, я бы сказал, для немцев. Очень много денег они выбили из фнатиков. Кстати, интересно, что именно у Сина, именно вот эта вот книжечка, а у остальных я не замечал каких-то заметок, что он себе записал. Может, это именно новичок. Может, Син единственный, кому еще не все равно. Он еще старается, вроде только пришел в команду, хочет себя показать. Остальные уже забили на это. Не, ну как, я в шоке с этого пистолетного. А сделал кто-то клип, друзья? Может, скините мне в личечку? Сейчас я сюда напишу, может быть, мне скините в личечку клип. Я вам буду за это признателен, благодарен. Потому что это стоило того. Это стоило того. 12-5. Не, ну опускать руки, конечно, не следует, а когда против вас подобные берут, ну я даже не знаю. Что-то мизи там напрягает Б. Легкие 3 килла от бегов по старту. Пытались какой-то фейк играть в Натик, но фейк откровенно нерабочий. Теперь 2 в 4. Наверное, Биг пока что в игре. Биг, я думаю, в игре. Но шансы еще есть, не знаю почему... А, сейчас Кримс подберет... АК на коврах. И ребята будут разыгрывать. А там бомба лежит. Бомба под ковры. Кита играет довольно-таки пассивно на КТ. У него есть еще один ванвей. Он его отбрасывает. Так, а бомбу можно забрать. Бомба забирается. Ну что дальше? Времени мало. На Б уже не убежишь. Может быть сейф? Но денег не будет. Денег у остальных тоже не будет. Наверное, в следующем раунде просто ребята зафорсятся с этими засейвленными калашами. И будут уже пробовать что-то делать. Или будут на 15 секунде выходить. Не-не-не, остался все-таки Никудос. У него 19 хп, с таким количеством здоровья далеко не уедешь. 6-й. Это двукратное преимущество для Fnatic, но беги, хоть что-то взяли. Хоть что-то. Молодцы, молодцы. Довольны мы пока. Этим 11-9 ведут инцы в своем матче против Vitality. И надо отметить, что 5 раундов подряд в защите пока не берут. Да, да, Vitality походу не потопчется даже по матчу 2 победы, 2 поражения. Ну, то есть по десайдер матчу. Как Айдыны отметил, у Fnatic здесь форс. 3 дигла, 2 калаша отыгрывают отцепленных ганов. Работают через центр карты. Здесь беги, конечно, поактивнее закидывают это направление гранатами. Потому что Fnatic ультра пассивны были всю часть первой половины. Всю первую часть. Рой расстреливает Тапсона. Его еще не отпускает Сирсон. Фух. Я уже думал, что... Наверное, Тапсон тоже был готов Сирсона поругать. Ну, мол, как так? Мы в коне вдвоем стоим, размена нет. Но ладно. Трейд присутствует. 4 в 4. Что делать дальше? 4 в 4. Сирисон хочет найти еще один фраг для своей команды. Это было агрессивно, но он отходит.
отходит ни с чем. Всего лишь один смок остается у команды Fnatic. Он в руках капитана. Это Мэзи. Так, а Сириус он дает центр. В теории Fnatic могут сплетануть какую-нибудь точку. Но у Биг расстановка хорошая. Они играют закрыто. Скорее всего, смогут принять сплит точки Б. А вот под А будет тяжелее. Но с другой стороны, у Fnatic никого нету под ямой, никого нет на коврах. Это будет просто 4 мидл. Может быть, будет буст окно какой-нибудь. Это будет 4 кон. 4 кон. В последнее время такой ограниченной популярностью пользуется этот раунд. Остается у нас где-то Кримс. На отбросе гранат, дальше флешки, резкий выход, надо чекать под коврами. Под коврами какие-то закрывают. Дальше Сирсон пропускает противника, пытается простреливать. 12 секунд до конца, он урабатывает устанавливающую бомбу, но времени себе еще изрядно Fnatic оставили на ее установку. Оба игрока Биг оказываются в сити. Никодос здесь первого должен щелкать без проблем. И дальше Син остается 1 в 3. Да, это должен быть клатч всей жизни для новичка команды BIG. Но что-то мне подсказывает, Натик не в том положении, чтобы такое отдавать. Кримс уже движется в спину. Пытается Син найти второго, а вот и Кримс. Здравствуйте, 23 на 11. Фредди делает все для того, чтобы его команда не залила концовку, не залила этот Best of 3 и прошла в стадию плей-офф, то есть в топ-8. Правда, на Мираже очень Кримс старается. И это не потому, что я фанат данного игрока. Действительно, по факту. В чате пишут, тату в хате. Три раунда остается команде Fnatic. Какие-то... Да, если бы он сделал хотя бы фраг, то было бы намного проще команде BIG. Знаешь, вот видно, что он после пистолетного раунда тупо не может в себя прийти. Да. Есть такое. Там просто... Ему, с одной стороны, что ему можно было сделать? Или стреляться, но времени было очень мало. И он просто решил сыграть на время. Да, тиммейта не надо было продавать просто, и все. Возможно. Кстати, возможно. Мог сразу пикнуть, и все. Ну, ничего, сыграл как сыграл, опять же. То есть, можем ли мы... Ну, он получил такой, знаешь, момент, который бывает раз там в год. Все, он стал его жертвой. Жертвой момента. С каждым бывает, правда? Даже с лучшими. Вот Никас я тоже получил момент на всю карьеру. Столько играл, столько выигрывал, столько там клатч-эйсов у него, да, все запомнят, как он промахнулся с Диглом в финале мажора. Вон Лука, что сказать, таков путь. Пока, кстати, на своем эко-раунде Биг нашли плюс 5 в 4. Может быть, этот победный раунд станет причиной их возвращения. Увидим. Да, ну девайс не забрать. Все равно ребята остаются с пистолетами, а с таким бустом можно убить еще одного, нет. Сина спалили, он не попал ни по кому. Кита в яме. Кстати, Мираж — это лучшая карта для Кита. Раньше, когда он был в ставе, еще до его кика, он постоянно с дигла давал какие-то нереальные киллы, он постоянно пода набивал 30 за одну половину. Я не говорю про один матч. У него было много таких матчей, что он просто фраг-лидер. Именно на этой карте. Может быть, потому что FPL много поиграл. Но сейчас у него 9 на 14, что-то совсем не идет. Син будет принимать, есть килл. Это уже второй для него. Кримс выходит под А. Под Б, точнее. Кримс еще один фраг. Что с ним сегодня такое? Блин, насколько он надежен. Вот ты смотришь на него, и он просто надежен. 3 в 2. Однако без армора выбивают беги. И без китов. Кримс. Третий фраг. Дальше перестраивается, его забирают с ковров. Контроля ковров нет. Ой, Мизи, как продал-то Кримзон. И один в один остается, правда, против Юспа. Увидел противника? Нет, не увидел. Фокусит правую сторону, а противник-то слева. Бомба стоит, казалось бы, для Мизи удобно. Плюс ко всему, Юсп ваншотнуть по нему не сможет. Вот что самое важное. Ей, вот пикивает Кримба и попадает в шапку. Но 34 хп остается у Мизи. 14-6, да. Это эко можно было взять бегам или залить Fnatic. Тут уж с какой стороны посмотреть. Но даже здесь Fnatic впереди. 14-6, друзья. Счет 14-6. И как-то, насколько бы Биг в целом не были, например, на Мираже там получше, по сыгранне, конкретно в этом матче, ну, не смотрится. Точнее, даже дело не в бегах. Дело в том, что заряжены Fnatic. То есть 26 на 12 Кримс. О чем вообще?
26 на 12. Именно что смотрится Fnatic. Да, у него другой состав. Он поменял позицию на Мираже. Он не выходил в плей-офф 3 года. Но у него все еще 26 фрагов, он все еще звезда своей команды, и он хочет сейчас быть на стадионе в 1/4 мажора, в Рио. И у него, кажется, это получится. Да, что-то тут уже и у Сирсона не клеится, и действительно, беги сейчас. Блин, какая красивая история. Насколько я рад за Кримза? Буду, если Fnatic не отдадут этот камбэк. Кримба один. Вот, кстати, кто реально серьезный пассажир в том, что касается клатч-ситуаций в команде BIG. И, наверное, как только его взяли в состав, первое, чем начал выделяться Кримба, это своими клатчами. Один в один, один в два, один в три. Особенно я запомнил его диффузы прям в дым. Ну, то есть ты остаешься, знаешь, там один в два, вообще забиваешь на какие-то киллы, просто накидываешь дым, дефаешь, все. Закладываешь, что соперники дураки и ничего тебе не сделают. Ха, да, так и получается. Сколько этих бомб было раздефано. 15-6. Для меня это, я не знаю, как для Айдына, но для меня это, наверное, последний матч, который я буду, ну, вот прям комментировать. Дальше я буду на подстраховке, поэтому, пользуясь прям последней возможностью, переходите в мой телеграм-канал, там проходит розыгрыш нож, сегодня ночью будет разыгран, и счастливый обладатель получит мой личный нож. А пока Кита получает своего личного фашера себе в копилочку, наконец начинает Кита приходить в себя. Никодос ответ 4 в 4. Что же Fnatic делать дальше? Я не знаю, что здесь Fnatic'ам можно сделать. Что, точнее, бегам нужно сделать, чтобы забрать хотя бы еще один раунд. Они хотят сделать выпад Рой. По-моему, он не заметил. И его не заметили. Втроем на мидле. Просто втроем на мидле беги. Сейчас Рой даст информацию. Должен состояться выход под А. Никудос. Нужно торопиться. Почему? Почему так медленно идут сейчас террористы? Это очень странный момент. Здесь Сирсон уже занимает для себя позицию. Уже подтягивается и Тапсон. Надо было на ноге выходить. Тапсон займет сейчас под ковры, наверное. Сменит девайс. Так, он пострелял. И что будут делать Фнатики? Они пойдут на центр? Нет. Времени не так много. Мэзи идет под яму, кажется. Но сейва быть не должно. Сейчас... У Фнатиков есть все шансы выиграть этот раунд. Будут выходить на двоих. Кажется, Син стянется под Б. А здесь Сирсон. Минус один. Просто прячется. У него один с ХП. Мэзи, молик не туда. Молик не туда. Но все равно выкуривает Тапсона. Син минус. Син, кстати, под конец подключился. Но кажется, это поздно. Да. Кажется, нужно уносить АВП Мизи. В следующем раунде дропать его Никодозу. Не хватило, конечно, и килла от Роя, и самого Роя, чтобы он остался в живых. Мне кажется, Fnatic так долго ждали под А для того, чтобы Биг подумали, что они перетягиваются под Б. И так хотели Fnatic, наверное, поймать тайминг, чтобы выходить не на троих там в апленте, да, все-таки, чтобы было там два игрока максимум. Но не хватило фейкующего, который бы дал хоть какую-то гранату, хоть дал бы там себя под Б обнаружить. Ну и фрага от Роя, конечно, тоже. Чувствовалось, насколько он хочет все-таки не отпустить противника в окне. Он понимал, что враг красный. А, получилось, как получилось. Несется Сирсон на поджим Андера, а тут внезапно никого. Есть подобные фишки в арсенале BIG. Никодос с АВП вообще на коврах Асайта. Вычисляет это направление. Щелкают Сирсона. Настолько просто. Настолько просто. Все, что нужно было Мизи, то стоять и ждать. Никодос отстреливает Тапс, на который пошел помогать своему игроку в центре карты. Здесь у нас Кита за фаером. Должен быть момент всей жизни. Но Никодос отпикивает его. 4 против 2. Два фрага, друзья. Два фрага до попадания в плей-офф от команды Fnatic. Кримс прячется в центре. Он прекрасно слышит ротацию противника. Кримба накидывает гранаты. Кримс буквально с двух тычек его уничтожает. И вот теперь подключается Син. Но Сина 26 кп. И даже несмотря на отстрел Никодоза, ситуация у него не из простых. Плюс минута времени до конца. Хаешка последней надежды. Она сносит Мизи целых 3% здоровья. И это, конечно, никуда не годный урон. Син уходит вообще в сторону сити-сайта, сити-спауна. Потопал. Интересно, что Fnatic несколько замедлились.
позволяют Синус играть через одного, но это не важно. Со счетом 16-7 здесь на Мираже, со счетом 2-0 по картам. Благодаря Кримзуни в последнюю очередь, который с отличнейшей статистикой закончил карту Day Mirage. Натик отправляются прямиком в плей-офф, попадя на этот мейджор впервые с Катовицы 2019 года. Они сразу оказываются в топ-8. Крим заканчивает карту Демираж 28 на 13. 21 на 14 сыграл новый снайпер команды Никодос. И все это, все эти усилия...